После завершения процесса надвижки арки нового безопасного конфайнмента в проектное положение над четвертым блоком ЧС, компания «Наварко» продолжает работы на площадке по завершению проекта. Согласно графику, в рамках проекта продолжаются работы по устройству внешнего и внутреннего пространства нового безопасного конфайнмента и технологического здания НБК. Ведутся работы по монтажу металлоконструкции самой арки. Более подробно о работах на площадке рассказывает Петр Бритман. По проекту НБК выполняются следующие основные строительно-монтажные работы. Это монтаж системы оборудования как в основном сооружении в арке, так и в технологическом здании и вспомогательных сооружениях. Также еще выполняется монтаж анкеров герметизации по существующим строительным конструкциям арки. Выполняются работы по монтажу системы вентиляции, по подключению воздуховодов, монтажу вент-агрегатов и их подключению. Подрядчик готовится к испытанию на герметичность обшивки. Для этого будут задействованы некоторые вент-агрегаты системы вентиляции. Выполняются работы по завершению монтажа систем перемещения тележек систем основных кранов в северный гараж и южный гараж. Выполняются геодезические работы после закрытия откидных панелей арки. По технологическому зданию выполняются отделочные работы как внутри, так и выполняется монтаж фасадов восточной стены технологического здания. Внутри технологического здания выполняется монтаж коробов для электрического кабеля, монтаж трубопроводов, его подключение. За моей спиной вы видите доставленные элементы 20-тонного крана в помещение 123. Подрядчик выполняет подготовительные работы перед монтажом. Этот кран предназначен для вспомогательных технологических операций при доставке демонтированных строительных конструкций, вспомогательных работах при его фрагментации, а также погрузки на транспортные средства, погрузки в контейнеры и, соответственно, удаление уже этих элементов за пределы площадки. Также выполняются работы в шлюзы доступа пожарных подразделений, там устанавливается оборудование, выполняется монтаж трубопроводов, системы водоснабжения и пожаротушения. По насосной станции пожаротушения выполняется монтаж оборудования насосного, собственно говоря, он уже выполнен, насосы установлены, выполняется сейчас подключение трубопроводов. По внешнему и внутреннему пространству НБК выполняется монтаж противопожарного трубопровода и трубопровода хозпитьевой канализации. На данный момент специалисты фирмы «Наварко» уже закончили подготовительные работы и приступили к испытанию обшивки арки на герметичность.